Общенародное голосование в проекте «Россия-10» продолжается. Напомним, голосуя на специальном сайте, страна выбирает 10 визуальных символов страны. Старинный храм во имя иконы Божьей Матери – одно из красивейших сооружений региона. На нем 22 купола. В городе Фурманов, где и располагается святыня, накануне состоялось заседание круглого стола. Есть ли у храма шансы стать визуальным символом России и как местные жители могут помочь достопримечательности прославиться? Эти и многие другие вопросы успели обсудить в неформальной беседе. Это уникальный объект 1905 года постройки. Это уникальный объект не только нашей малой родины, но и всей России. Поэтому всех жителей города я призываю буквально до 30 июля, пока идет голосование, отдать свои голоса и войти хотя бы в десятку, может быть, не российских объектов, но федеральных объектов. Мы этого заслуживаем.